Второй заброс. Батареечку поменял. Но пока еще рано. Рыбка еще не вышла на охоту. Ну что делать, если в спешке и в азарте телефон забыт дома. Вернее, не дома, а в гараже. Сейчас мы посмотрим на время. Судак же не знает, что мы часы перевели. И клюет по старым часам, а не по новым. А народ выезжает по новым часам. Он как клевал по 8 утра, так и клюет. Да что такое, бля, щука? Сука. Сейчас посмотрю. Первая рыба и сразу обрыв. Ну-ка. Да. Это, ребята, фиаско. Быстро перевязываемся. Быстро перевязываемся. Перевязался, второй заброс, третий вернее. Была поклевка и то ли срезала, то ли не пойму что, но было обрыв резкий. Че, трубу не берешь? Оставил телефон. Была поклевка, Влад. Или срезало, или оборвало. Ну, скорее всего, оборвало. Ну, поклевка уже была. Ну, это плохо, что вместе с рыбкой с грузом будет плавать. Будет беситься, разгонит всех нахер. Обидная поклевочка. Можно было бы уже сейчас ловить. Но вот это то, что рыба не сошла, а я ее просек, ощутил тяжесть и оборвался шнур. То ли перехлестнулась за щелку, скорее всего. Я так думаю. Забросик.
сошел. Сошел. Не просился. Пятый красавчик, пожалуйста, смотрите, как в шахту загнал семерочку. Не вылезть. Глазки мои держатся, глазки держатся уже четвертый день. Ну как же тебя вытащить, ёхай, родной? Как же тебя вытащить-то? А? Где ты вообще там запутался? Красавчик, глазки держатся, уже не знаю, 20-й, наверное, судак на эту рыбку. Опа. А глазки все держатся. Вот просадил я насквозь этот самый вот. Вытрем. И здесь кровь вытрем у красавчика. Вот так. И попробуем сейчас вернуть назад крючок. Крючок назад вернуть. На исходную позицию вырвался. Да? Глаза надежно сидят. На клей посадил. И пока что все. Вот красавчика лупанул. Такого за 50. И пока тишина. Я вот лупил вот такого вот кабанчика. Вот так портится рыбалка. Ждок опускают.
воду набирают, корабль будут спускать. Задница. Нужно ехать домой.